Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Забыть обо всем. Алсу увезла детей из России после скандала на шоу «Голос дети». Известная певица Любовь Успенская рассказала, что Алсу, спасаясь от скандала, разгоревшегося после победы ее дочери Микелы в 6-м сезоне детского «Голоса», уехала отдыхать вместе с детьми. Куда именно уехала Алсу, Успенская не сообщила. Она также выразила удивление в связи с отстранением певицы от оглашения результатов Евровидения. Это может быть только месть. Ей кто-то мстит. Но почему? Мы узнаем позже, по какой причине, считает певица, подчеркнув, что в этом качестве Алсу была бы более чем уместна. «Красивая девушка, прекрасный английский», отметила она. В том, что касается разгоревшегося вокруг итогов зрительского голосования на «Голосе» скандала, свою роль могло иметь именно то, что победившая в ней Абрамова была из известной семьи. Если бы эта девочка не была дочкой Алсу, никто бы даже не обратил внимания, считает Успенская. А вы какого мнения по этому скандалу? Напишите о нем в комментариях. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!